не знаю зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой? Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы. И какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Забросали их елками, закидали их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени, бесконечные пропасти недоступной весне. Не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опустили их вечный покой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опустили их в вечный